За превышение скорости в тюрьму. С понедельника в России введена уголовная ответственность за повторные грубые нарушения ПДД. Закон в конце декабря подписал президент. Лихачам грозит штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 3 лет. Авторы документа уверены, перспектива оказаться в тюрьме охладит пыл гонщиков, особенно тех, которые на штрафы плевать хотели. Татьяна Сидорова с подробностями. Едва не задев людей и чужую машину, лихачи на старых «Жигулях» без номеров выдыхают с облегчением. Свои опасные приключения на новогодних каникулах компания столичных подростков подробно освещает в трансляции на стриминговом сервисе. Армия поклонников у блогеров внушительная, больше 360 тысяч подписчиков, теперь в их числе и сотрудники полиции. С тех пор, как в проект нового кодекса об административных правонарушениях включили наказание за опасное вождение, к контенту с гонками на дорогах у стражей порядка интерес особый. Любительские кадры за ядлых нарушителей ПДД в правоохранительных органах смогут использовать как доказательство вины блогеров для привлечения их к ответственности. Это романтика, Жигай. Реально, мы просто можем Жигу взять после того, как я сдам на права. Прежде чем в следующий раз отправиться лихачить ради хайпа, этим молодым людям лучше хорошенько продумать все за и против. Ведь отделаться за многократные нарушения одними лишь штрафами, как раньше, им теперь вряд ли удастся. С 10 января в России вступил в силу закон об ужесточении наказания и тюремном сроке для недобросовестных водителей. Новая статья Уголовного кодекса в первую очередь коснется усиления ответственности для лиц, которые намеренно превышают скоростной режим, либо выезжают на полосу встречного движения. По статистике, именно эти нарушения становятся причиной большинства смертельных аварий на дорогах.